Жители центральной части Сургута вчера временно остались без горячей воды. Трубы не выдержали во дворе улицы Ленина, 33. В городских тепловых сетях объясняют, в воскресенье на этом участке отказал трубопровод холодного снабжения. Около 5 часов понадобилось специалистам, чтобы устранить последствия ЧП. Для жителей домов, отрезанных от сетей, организовали подвоз питьевой воды прямо во дворе. В результате аварии вода разлилась по придомовой территории. Специалисты в оперативном порядке после починки трубопровода очистили двор от воды и наледи. Добавлю, это уже 3-я коммунальная авария за последний месяц в Сургуте. В декабре фонтан бил у торгового центра «Гера». Тогда из-за плохого качества воды дети в восточной части города не посещали временно сады и школы. В начале января порыв произошел на улице Профсоюзов. Вода вылилась на проезжую часть, из-за чего случился коллапс на дорогах в центре Сургута. Специалисты еще в начале зимы отмечали, порывы происходят на ветхих участках труб.